Сейчас я, как обычно, одну схваточку и судить. Ва! Итак, у нас в гостях человек, который читал правила. Где учатся российские судьи? Где они набираются вот этого вот всего? Турнир Копенгаген Open проводится с целью популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания. У тебя в кошельке фотография Стаса Варшавского? Он что-то вынуждает меня ему заплатить. Как ты думаешь, для тех, кто любит шатать трубу и водить маму в кино, может быть, стоит публиковать заранее фотографию рефери, трубы и мамы? В общем, будет интересно.